На подозреваемых в коррупции в Казахстане будут надевать электронные браслеты. В антикоррупционной службе Казахстана рассказали о том, как на практике будут применять электронные браслеты для подозреваемых в коррупции. Агентством начато использование электронных средств слежения – браслетов. При избрании в отношении лиц мер пресечения не связано с содержанием по страже. Так, 17 сентября текущего года данная практика впервые применена по решению специализированного следственного суда города Караганды в отношении подозреваемого лица по уголовному делу при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому разъяснены правила эксплуатации электронного средств слежения, принятием им на себя обязательств, связанных с его использованием. Попытка его снять или каким-либо образом механически воздействовать на его целостность приведет к оповещению главного диспетчерского пункта и лиц, ответственных за сопровождение уголовного процесса. В случае необходимости верификации подконтрольного лица в системе предусмотрена функция проверки его биометрических данных, а именно распознавание внешнего описания и голоса объекта. При выезде лица за пределы дозволенного периметра, например, в прибытии в орган уголовного преследования, администратором будет определен маршрут следования. Обращаю внимание, что проект реализован в содействии казахстанской компании, а особенности технической и программной составляющей не уступают международным аналогам.